уважаемые коллеги из технического цеха «Майк-2». Наша администрация рада приветствовать вас и сообщить о новых рекомендациях и советах для начинающих сотрудников нашей компании. Сегодня ответственный филиал в администрациях «ТУ» Павла Бельмана. Мы хотим проинформировать вас о необычном и современном открытии, произошедшем рядом в нашем театре. Сначала мы не сказали, мы столкнулись с аномалией мест на некоторых наших альбомных персонажах. Мы вложим, слышите путевка и разработка. Thank you.
святые нашей церкви во время служения Божественной литургии видели святых ангелов, служащих Богу и сопевающих победную песню. Такой случай произошел и с одним юношей, которого во время своего паломничества на Сатурн ночью он услышал доносящиеся из храма песнопения. Он подумал, что начало службу. Складывается информация о факте безвестного исчезновения гражданина Кузина Я.В. 1981 года, проживающего по адресу Пролетарская улица, 5А, город Химки. По данному факту возбуждено розыскное дело номер. Розыскные мероприятия проводятся сотрудниками отдела УМВД России по городскому округу Химки. Расследование УМВД по факту пропажи кузина Якова Вольфовича началось после обращения родителей данного гражданина в местный отдел милиции. Согласно предоставленной информации, Я.В. Кузин пропал в период с 3 по 4 сентября 2002 года. Последний раз юноша выходил из дома днем 2 сентября, сообщив родителям, что идет на работу. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Кузин Я.В. работал в МАЛКТУ по трудовому договору номер 145 от 1 июня 2002 года. Однако, ранним утром второго в ходе расследования были проведены следующие действия. Сбор информации, были собраны данные о внешности Я.В. Кузина, его одежде и особых приметах. Обращение в полицию, родители Я.В. Кузина обратились в ближайший отдел полиции с заявлением о пропаже сына. Заявление было принято незамедлительно, и расследование началось. Опрос свидетелей. Были опрошены родственники, друзья и коллеги Я.В. Кузина, а также сотрудники театра ХТУ. Изучение документов. Были изучены документы, связанные с работой Я.В. Кузина в театре, включая трудовой договор и приказы об увольнении. Розыскные мероприятия были проведены оперативно-розыскные, включая проверку возможных мест пребывания Я.В. Кузина и установление его контактов. В результате расследования были установлены следующие факты. Я.В. Кузин действительно пропал в период с 3 по 4 сентября 2002 года. Согласно сведениям, связанным с трудовой деятельностью данного гражданина, Я.В. Кузин был действительно уволен утром 2 сентября 2002 года из-за истечения срока трудового договора с театром. Расследование продолжается, и полиция продолжает искать Я.В. Кузина и устанавливать причины его пропажи.